утра отправились к реке, неся на голове свои огромные кувшины. Набрал воды в Емуне, освежиться красавицы решили. Оставив на песке свои прекрасные наряды, ныряли и плескались, и утренней прохладе подружки были рады. А в это время Кришна с братом Баларамой, сквозь заросли прокравшись незаметно, решили пошутить. Все сари с золотой каймой они тайком собрали и в большой узел ловко их связали. С этим узлом на дерево залезли и за купанием девушек начали смотреть. Заметив их, смущенные пастушки с укором восклицали: «Хорошо ли поступил ты с нами, Кришна? Такого от тебя мы совсем не ожидали». В другой раз Кришна с ватагой друзей в соседский дом забрался тайно, чтобы отведать свежайший йогурт в горшках под потолком оставленный. Увидев, что он натворил, пастушки рассердились, но в тот же миг смекалки, ловкости его все вместе поразились. Sarasi, jakshulu,
любви.